Доброе утро, дорогие мои коллеги-садоводы! Хочу создавать сады минимального ухода, чтобы были красивые, комфортные, достойные, и чтобы при этом мы как можно меньше трудились. Для этого нужно правильно подобрать растения. Одно из таких растений, которое прекрасно впишется в любой сад, это бузина. Кто-то скажет: ну что, бузина, знаем мы все бузину, совсем простое растение. А вот не совсем простое. Посмотрите, у меня два сорта бузины. Вы думаете, это пожелтело из-за того, что чем-то болеет или пересохло? Нет. Это такой зелено-солнечный цвет у бузины. А вот мой самый любимый среди бузины, самый вот шикарный сорт. Это бузина черная, сорт Black Lace. Black Lace с английского переводится как черное кружево. Посмотрите, какая ажурная резная листва. И вот такое нежное, шикарное цветение. Похоже немножко на укроп, правда? Что же это за такой гигант и чем он хорош? Вот это чудесное растение будет высотой 2,5 метра. И в ширину размахнет свои ветки тоже на 2 метра. У меня здесь куст пузыреплодника Red Baron. Он имеет немножечко такой красноватый оттенок. Здесь будет больше фиолетово-шоколадный. Поэтому в композиции они будут смотреться хорошо. На переднем плане спирея японская. То есть я буду создавать здесь потихонечку микс-бордер. Что мне потребуется сегодня? Бузина, конечно же, вот такой прекрасный саженец. Лейка с водой, лопата. Безусловно, хорошее настроение. И я сегодня буду пользоваться профессиональным удобрением. Я уже несколько лет как перешла на это удобрение. Удобрение Осмокод. Это Осмокод Экзакт. Длительность его, это пролонгированное удобрение. Длительность его работы 3-4 месяца. То есть до зимних холодов уже питание растению прекратится. Что же нужно для бузины? Почва, в принципе, любая. Подойдет суглинок, глина. Не обязательно ей какой-то чернозем и плодородный грунт. Главное – уход. Это полив, и мы сейчас с вами сразу в посадочную яму заложим хорошее удобрение. Ну что ж, давайте приступим к посадке. Начнем копать. Удобрение пока отставлю вот сюда. Почва здесь достаточно песчаная. Ой, не собиралась сегодня сажать, но руки чешутся. Погода сегодня не жаркая. Будем высаживать с вами растения. Теперь моя задача – заправить посадочную яму удобрением Осмокод. Норма расхода в среднем 5 грамм на 1 литр грунта, на 1 литр объема. Поэтому я просто уже привыкла, сыплю на глаз. Заправили Осмокодом, и теперь моя задача – чтобы не обжечь корневую систему бузины, хорошенечко лопаткой перемешаю удобрение с грунтом. Так, перемешали. Теперь я должна залить воды. Я люблю сажать мокрым способом, несмотря на то, что почва влажная, но удобрение быстрее так растворится. Ну и теперь осталось самое простое – достать растение из контейнера и установить в посадочную яму. Посадочную яму я сделаю чуть-чуть пошире, чем растение в контейнере, и высаживать буду на глубину, вот по глубине контейнера. Смотрите. Сейчас мы еще проверим, что за корневая система. Ну, здесь могу сказать так, пятерка, потому что корень держать мне тяжеловато. Корень обвил, но вот сорнячки есть, ничего страшного. Корень, корневая система хорошая, устанавливаю растение. Вошло вот прям по размеру четко. Ну и теперь задача еще проще. Засыпать посадочную яму. Посмотрите, вот какая крохотуля, а в следующем году мы с вами увидим, какая это будет уже мощная, красивая бузина, какой это будет шикарный куст. Осталось мне только полить и приступить к посадке второго растения. Теперь поливаем, и больше в этом сезоне мы к бузине вообще не подходим, кроме как полюбоваться.
3-4 месяца удобрение оно получило, к осени готовиться уже не нужно. Теперь только будем ухаживать за этой бузиной весной следующего года. А сейчас поливаем. С посадкой мы с вами справились. Завтра расскажу, какие еще здесь есть растения и какой сделать сад минимального ухода. Какими растениями воспользоваться. А сегодня радуйтесь хорошему настроению. Пусть всегда у вас будет в душе весна, лето, теплые, хорошие солнечные дни. Дорогие мои коллеги-садоводы, в наш садовый центр приехали вот эти замечательные кусты бузины. Вы их можете приобрести у нас по адресу: город Тула, Алексинское шоссе, дом 34. Работаем с 9 до 19. Оформить заказ можно на нашем сайте www.severin-71.ru или позвонить по номеру телефона 8 800 249 81. С вами, как всегда, была Ирина Ульянова из сети садовых центров «Северин». До новых встреч!